Знаете, китайские шоу «Лови, лови Томаса». Там, где от медведей прячутся в таких аттракционах. Не лезь, блядь, дебил, сука, блядь. Дебил, блядь. Она тебя сожрет, блядь, нахуй ты. Блядь! А вот, интересно, интересно. Подожди, подожди. Мы сейчас эту движуху немножко... Так, покажи, покажи, как вообще Томас сам развлекается. Осторожно, осторожно. О, это уже уровень. Руки молодец, когда не кидается. Прям респектосик, прям лайк, Рокки. За такую выдержку. Это у нас вообще новый левел. Все, выдержка закончилась. Так, когда подошел второй нахлебник. Итак, а ну попробуй будем посади. Будем покажем, как у нас Томас. Вот так вот у нас Томас развлекается у себя в клеточке. В общем, такой... Ой, надо дружить, надо дружить. Родной. Но у нас есть лайфхак, который мы будем сейчас первый раз пробовать. Такой бешеный аттракцион для Томаса. Так, помогай. Снимаем. Оп. И... Замуровали. 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 Демоны. Оп. И закрыли. Так, точно оно хорошо держится? Все, теперь Рокки не доберется к Томасу. А вот Томас теперь в бешеном аттракционе. Так. Оно катается. Закрыто. Томас там умывается. Теперь у Томаса точно может быть истерика, как когда смотришь на медведя, который пытается забрать. Как этот у нас волк. Мальчик. Надо дружить. Майки пытается дружить. А чё облизать, да? А чё облизать? Чтобы у Томаса там что-то не было. Томас жарит. Главное, чтобы не открылись. Так, заперто. Заперто. Все нормально. Ну, он его сейчас забьёт. Давай, на кровать. Ты, жонглёр. Так, а ну. Тут порог. Ой-ой-ой. Все закрыто. Мне так страшно, что она откроется. Тихо. Так. Так, кто это к пасочке лезет? Майки. Так. Давай только пока аккуратненько, аккуратненько попробуем. Только подальше, чтобы с дивана не слетел сразу. Так. Майки, Майки, родной, все хорошо, все хорошо. Майки. Нет, мы делаем вот так вот. Ту! И Томас поехал. Тихо. Ч, нельзя, нельзя. Так. Угу. Ага, китайский. Китай. Некачественный Китай, некачественный. Да? Так, давай, аккуратно, аккуратно. Рокки, ты на стрёме событий.
Что это такое? Рокки. Рокки тоже хочет к Томасу поиграться, но это как бы страшный Майк. Осторожно. Да, я переживаю. Майки, можно играться, но кушать нельзя. Майки, иди сюда. Майки. Майки, иди сюда. Боже мой, Томас, а там шо? А ну, давай на пол. Стоп, Майки. Без тебя, чисто Рокки. Только с Рокки вообще надо, он быстрый, юркий парень. Надо, чтобы осторожно. Он думает, ой-ой-ой. А, нельзя. Рокки. Смышленый хлопец, охотник. Ага. Да. Слава богу, что мы Элис не посадили, а то... Да нет, Томас храбрый парень, понимает, что все окей. Чисто. Он же все время любит. Тут щелочки. Ну да. Нет, все. Неправильно закрыли изначально. Это мы, китайские. Майки. А! Руки кусать нельзя, играться можно. Можно. Так. А ну отошли, отошли. Вот это Диснейленд. Ой-ой-ой-ой-ой, Майки. Тихо, поцарапал. Да, чуть-чуть. Дорожно. Родной, ты чего? Чувствует запах и сходит с ума. Так, а ну будь с ней чуть-чуть Рокки. Он смешной парень. Почему? Можно по полу. Сейчас я Майка придержу. Боишься? Но только не, аккуратно, аккуратно, совсем аккуратно. Он их сейчас прокусит, не дай бог. Ладно, все, все. Чуть-чуть подурачились. Томас нормалек? Томас нормалек. А вот какой волчара. Крадется, крадется. Что ты там унюхал? Давай заглянем. Да. Конечно, не дурак же Томас. Давай так вместе. Не-не-не, вместе. Вместе не надо. Чтобы я выставлю. Не. Как я чувствую его лапки. Вот они сюда когда проваливаются в дырочки. Он, надеюсь, ему там ничего. Ой, кто-то обкекался. Обкекался? От страха, конечно. А тебя засунь в такую пусти. Тогда все, тогда обратно дальше. Пусть развлекается. Все, пусть развлекается. Не-не-не, в смысле обратно его в аквариум, в аквариум, все. Так, а стоечку не взяла. Бам. Все, уже дружим. Томас пытается бежать. Томас просто, он тренированный парень, он знает, когда он в шаре, надо бежать, надо бежать. Он же спортсмен. Да? Спортик. Не будет любить за то, что мы ему такие придумали. Гуагер, он говорил, что ему скучно в аквариуме, что он хочет экстрим. Спасибо! Все, вот положи, давай еще раз на стоечку. Парни, идите сюда, стоечку ставим. Оп, вот она, стоечка. Майки, не агримся. Майк. Не агримся. Родную, Майк. Парни. Так. И аккуратненько. Оп, почти попало. Да. Раф! Без тебя. Что тут без тебя, да, происходит? Так, аккуратно, Майк. Вы так сегодня брутальный. Майк. Майк! Молодец, успокоился. Теперь наблюдаем. А теперь Томас пусть бежит, убегает. Марик убегает. Би-би, Томас. Он там умывается. Ну, какашки свои ловит. Беги, 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 ран, Томас. Ран, Томас. Ран, Вася, ран. Майки.
Run. Все, все, все. Смотри, смотри, смотри. Томас. Майки прям. Что? Что такое? У тебя глаза бешеные. Ай, глазёны бешеные. Сердце колотится у Майка. У Майка? У тебя вообще очень сильно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Майки. А мне, да, малыш? Майки. Ой, что ты это сделал? Не, это Майки. Ай, Майки лапка. Все. В общем, вот такой вот у нас странный аттракцион. Да, да, все. Рекомендую оценить и подписаться на канал Игоря Андреева. Он направлен на важные вещи, на оздоровление и на самореализацию. Судя по отзывам, у него полезный канал, который помогает реализовать желаемое и привлечь деньги. Ссылку я оставил в описании. Подписывайся. Все. Всем пока. В общем, такие аттракционы мы больше повторять не будем. Хотя, вроде бы, разнообразие Томасу понравилось. Все.